Здравствуйте, господа! Вы откуда и куда? Если мимо, проходите. Если к нам, зачем, скажите? Мы пришли у вас невесту забирать. За невестой? Вот прекрасно. Ждем тебя, наш сокол ясный. Да, у нас подруга есть, невозможно глаз отвесть. Молода, стройна, красива, белолица всем на диво. Но чтобы руки ее добиться, нужно очень потрудиться. Ты готов? Готов. Ты жених ее, я тоже не готов. Тогда начнем. Выкуп щедро заплатил, а о любви не говорил. Чтобы невеста у окна не соскучилась одна, должен ей отсюда ты крикнуть о своей любви. Крикни громко, не тая. Рита? Я люблю тебя? Да, молодец. Рита, я люблю тебя! Что так тихо-то? Не слышит. Давай. Рита, я люблю тебя! Еще. Не услышала? Ну, три раза. Давай, как... Рита! Я люблю тебя! Услышала? Да. Да, услышала. Откуда вы знаете? Сигнал пришел. Кто не назовет 10 качественных перемен, будет полный поворот от порога до ворот. Во-первых, экономный. Во-вторых, честный. Два. Ничего. В-третьих, любит невесту. Замечательное качество. В-четвертых, подсказываю. Ну, красивый, да, матери Божьей, вот эта красота, да. В-пятых, умен. Не по годам. Не по годам. В-шестых, смелый. В-пятых, седьмых. Седьмых по годам. Это день получения моих прав, день рождения Риточки. Девятое, одиннадцатое. День рождения мамы Риточки. Ой, ой, ой. Ну давай. Тут как бы 5 вариантов, то есть один к 5, что я угадаю. 20%, да. Может, вариант, что ее здесь вообще нет. Скорее всего, да. Ну эти какие-то сильно большие, рыба какая-то. Эти вообще как будто нарисованы. Вот эти. Нет, плати. Положи-ка в этот таз, что невеста ждет сейчас. Докажи же не ты нам, что смышлен не по годам. Ошибешься, так и быть. Деньги будешь нам платить. Сади. Ошибся. Ошибся. Пожалуйста, заплати. Вот, хорошая у тебя подсказка. Я в тазу. Автор,
законодательством Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Поздравьте друг друга. Уважаемые новобрачные, вы вступаете в новую жизнь, и она начинается так красиво. Счастливым блеском ваших глаз, радостными улыбками близких вам людей, сиянием колец. Подарите друг другу обручальные кольца, и пусть они помогут вам пронести любовь и верность через всю вашу жизнь. Утверждение государственной регистрации. Примите свидетельство о заключении брака. Шампанское открываем, бокалы наливаем. Давайте. А вот теперь уступайте, как хотите, друг другу. Кто-то первый. Рита, у нас хватит. Молодец. Так, Рита, детки, стала долго ждать, никому уступать. Раз, и все, молодец сама. Вот и Александр допьет теперь. Рит, ты как? Вкусно на холоде шампанское, Саша? Ребятушки, вот сюда, вот. Через плечо. Разойдитесь. Раз. Два, три! Ох,
пообщайся, ну, с мужем. Я так чувствую, будет матриархат, я вот так надеюсь. Чувствую. По шампанскому еще. О, ну-ка, разворачивайте. Кто? Матриархат! Ананас. Прекрасный выбор. Буду ананасы кушать, деньги тратить, тешить душу. Следующий фрукт, пожалуйста. Мандарин. Моя такая долька – мыть посуду. Рит, следующий. Яблоко. Мне супруга искушать, чтобы деток нарожать. Молодец. Все правильно, все верно. Вот это, товарищи, как вы думаете, что за фрукт? Персик. Персик, все так думают. А на самом деле это апельсин. Апельсин в постель и кофе в этом деле стало круче. Пиджак с подбородком. И все. Грещи, барина! Совсем грещи. Как вас зовут? Николай. Николай, пожалуйста. Жили-были три китайца, я акцентрак какой. Жили-были три китайца, цифры были пропой. Вот они переженились, акцентрак на цифры, акцентрак строкой. Жили-были три китайца, Ну сколько насчитали граммов? Уже 4. 400 уже. Николай принял на грудь. Ну что, мужчины, сколько не стоите, но нужно уже начинать, пожалуйста. 3-4. Ничего страшного. Рита как раз и посмотрит. Кто сколько выпил. Рит, если один раз ошибается, 100 грамм, если 2, 200, 300 и так далее. Пожалуйста. Николай с Владиславом стреляет. Пожалуйста. Мало. Ну что, Руслан, пожалуйста. А мы вами закончим. Хорошо. Кубики-пубики. Так вот, пожалуйста. Ну и сейчас плеснет, конечно, Руслан, пожалуйста. Ну, мне тут специфическое. Нет, ну здесь же все скажем. Ахуян холм с хуляни, выйду на холм, путь поправлю. Был дождливый сентябрьский вечер. Не дождливый не прав. Утро вообще. Утро, просто сумерки, полутьма не видно, вечером непонятно. Это было 1 сентября на самом деле. А? Это было 1 сентября первого курса для нас. Да, мы пришли, молодые, зеленые, как вот общаться. Ну, сели и привели, в общем, опыт. Старшекурсниц, как мы подумали, осторожно. Да. Ну и среди них, собственно, была Рита. Вот. А зачем вы привели? Объясни. А, чтобы они нам все объяснили. А, вот и объяснили. Так получилось, что да. А много ли пар теперь вот так вот окольцованы после первой встречи 1 сентября? Ну, одна точно. Вот так все было? Да. Так они пришли, сидим, да, мы сидим вот. И Саша такой смотрит, говорит, да, вот, наверное, все-таки это моя. Вырешили все вместе. А, да, конечно. Он дал нас решить. А, ну, конечно. Ну, а вам лишь бы поддержать, конечно. Никит, ну что же, замечательно. А мне Саша рассказал совершенно другую историю. Это про сентябрьский вечер, наверное. Он рассказал мне гораздо все сказочнее. Хочешь, расскажу? Присаживайтесь. За горами, за долами, за широкими морями, там, где ворон гнезда вил, холостяк там Саша жил.
Было сложно холостому не имел семьи, дома и молодой любезной, тоже коленой и злой. Вот однажды утром рано встал и, выспавшись с дивана, свой затылок почесал, таковы слова сказал, надоело без жены. Дальше, прошу прощения, сердце бьется. И пошел по свету он, словно Печкин почтальон. Много видел дев прекрасных, лишь одно хотел сыскать, свою дыр показать. И прошло и пара лет, Рита встретил. Рит, привет! Все тут Рита поняла, смело к ЗАГСу повела. Написали заявление, накупили угощение. И сегодня, в этот час, пьем, друзья мои, за вас! За вас, дорогие наши! Добавить уже нечего. Дорогие мои, будьте счастливы, любите друг друга, не обижайте друг друга. Всего вам хорошего и главное здоровья. Вот так я рада вообще, что все так получилось хорошо. Желаю вам всего, что сегодня уже сказали, что будет сказано. И ну, даже не знаю, чего еще пожелать. Просто будьте счастливы, любите друг друга. И главное, понимайте друг друга, потому что вот взаимопонимание – это самое главное в жизни. Вот, Рита, если что, звони, подскажу. Знаю, совсем помню, совсем еще малышку. Мы с ней бегали по двору, кидали друг друга. Нормально. Начало нормально. И сегодня я стояла в ЗАГСе и думала, блин, неужели мы такие взрослые, неужели наступил тот момент, когда Дуся заплачет. Не надо. Вот. Но потом я поняла, что мы все-таки еще самые вот молодые, самые перспективные. Ребят, я желаю, чтобы все в жизни получилось, чтобы вы сохраняли и строили свой дом, уют, здорового малышей. Такие глазастые, как Сашка. И хочу тебе сказать, Рита, что теперь у тебя в Челябинске есть родня. Это дядя, тетя, два старших брата, самый старший Ренат,
я чуть помладше. Вот, два племянника двоюродных. Так что я от всей нашей челябинской семьи поздравляю вас с этим прекрасным днем. Живите дружно, чтобы всегда у вас все получалось. Чтобы все у вас было хорошо. Желаем всего вам, что в жизни так нужно. Заботы и нежности, искренней дружбы, совместных успехов и веры друг в друга. С днем свадьбы. Совет да любовь вам, супруги. Я присоединяюсь к этому поздравлению. Поздравляем вас с этим замечательным днем. С бабулей. Вот, чтобы жизнь ваша была сладкой, без ссор, без разочарований. Вот вам маленький такой капитальчик. Столько всего классного, хорошего сказали на самом деле. Мы хотели сказать только вот о чем. О том, что самое большое, что вам пригодится, я думаю, это терпение. Большое, огромное, мощное терпение обоим. И Саше побольше мудрости, чтобы если кто будет, это терпение кончится. Замечательно, что у вас так все хорошо сложилось, получилось. Я очень рад за вас. Поздравляю, в общем, вот. Где-то у меня тут. Где-то вот прям вот здесь, да. Теплого-теплого семейного очага. И в завершении я хотела бы закончить такой фразой великого писателя. Живите так, чтобы вам не стыдно было продать вашего попугая сплетнице города. Put the light in me, the spark, the shot to